Что у нас получилось 21 мая? Во-первых, это нельзя назвать митингом. План разбить город на сектора, где мы будем в ночное время набирать баки определенные, аккумуляторные, набираться вода будет, и включаться она будет в определенное время, рано утром, поздно вечером. Плюс проложим трубу стальную, которую своровали, не знаю когда, в какие годы, в сторону рабочего поселка. Если у нас будет лагерь «Факел», мы все-таки заберем его и восстановим, тогда, конечно же, я думаю, что по цехам завода будет больше путевок.